Всем привет. Такой вопрос. На тренингах спрашивают по отбору персонала, а нужно ли во время собеседования продавать кандидату в свою компанию? На что сразу вспоминается такой анекдот. Когда мужик попадает, соответственно, на небеса, умирает, и архангел его спрашивает, куда пойдете, в ад или в рай, в принципе, у вас там грехов где-то пополам, можете и туда попасть. Он говорит, ну, можно посмотреть? Говорит, конечно, пожалуйста. Ну, сначала заходит в рай, там ангелы, там облака, всем хорошо, все летают, там играют на арфах, все в белых одеяниях. Ну, говорит, можно посмотреть сейчас прямо вот еще ад, ну, на всякий случай, ну, так, чисто сравнить. Ну, приходит в ад, и там просто вакханалия, праздник, фейерверки, алкоголь, женщины, все его друзья, знакомые, все там, там вот жизнь кипит. Ну, соответственно, приходит обратно к архангелу, говорит, ну, наверное, все-таки я выбираю, конечно, извините, но выбираю ад. Ну, там как привычнее, привычная обстановка. Ну, соответственно, на следующий день он попадает, спускается в преисподнюю и видит совершенно другую картину. Там страшные вещи творятся, сажают на кол, сжигают живьем на костре. Ну, дьявола спрашивают, говорит, каким же образом так получается, что вчера тут праздник и так далее, а сегодня вот такая. Говорит, вчера было собеседование, а сегодня первый рабочий день. Всем удачи!